Приветствую вас на канале Спектр Гаджетов. Сегодня я хотел бы продемонстрировать вам распаковку телефона от фирмы Sharp. Да, я делал анонс, я обещал, что будет телефон от этой фирмы, и вот он перед вами. Фирма Sharp, модель телефона A1, но также этот телефон продается на разных рынках, и для некоторых рынков этот телефон может называться Z2. Так что, в принципе, вы должны понимать, что это один и тот же телефон, но он может называться как A1, также и Z2. Но это абсолютно одинаковые телефоны. Вот. Что еще хочу сказать, это то, что данная распаковка будет, так сказать, экспериментальная. Связано это с тем, что некоторые зрители моего канала, так сказать, жаловались на то, что я много говорю, предоставляю слишком много информации для распаковки, и они заблуждаются, путают как раз распаковку с полноценным обзором. То есть им кажется, что я снимаю обзоры. Поэтому в качестве эксперимента, в качестве такого дружественного троллинга, данную распаковку я не буду комментировать. То есть это будет фактически именно стандартная традиционная распаковка. Еще два момента. Этот обзор тоже в качестве эксперимента я буду снимать на белом фоне, в отличие от моего стандартного голубого. Ну, это тоже такой небольшой эксперимент. И последнее, это то, что, чтобы вы знали, данный телефончик, он идет без какого-либо защиты вскрытия. То есть у него нет защиты вскрытия, я его реально не открывал, но никаких наклеек, ничего тут разрезать не надо, у него нет защиты вскрытия. Вот, ну что ж, приступим, я умолкаю.
Ну, думаю, на этом все. Можно закончить. Ждите полноценного обзора на данный телефончик. И спасибо вам за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!